Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня у нас заключительная часть кормления щенка, часть пятая. То есть Герда сегодня будет кушать в общем вольере. Я рад вам представить кинолога Кемеровского областного поисково-спасательного отряда Романа. Это он является проводником Герды. Могу так сказать, что это мой ученик, собственно говоря. И сейчас он продемонстрирует, чему же он научил Герду в мое отсутствие. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Роман, кинолог Кемеровского областного поисково-спасательного отряда. И три хвоста: Лорна, Рик и Герда. Заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.